Искусственный интеллект, борьба с мошенниками, развитие банковской сферы. Вопросы на злобу дня обсуждают сегодня в Сочи. Там проходит 20-й международный банковский форум. Наша съемочная группа работает на его площадках, и моя коллега Надежда Давыдова уже готова выйти с нами на связь. Надя, если в первой половине дня говорили о роли региональных банков, то сейчас речь идет о кибербезопасности и искусственном интеллекте, правильно? Да, Михаил, здравствуй, все верно. Вообще вопрос кибербезопасности, он не просто актуальный, он очень острый. Я напомню, что по итогам 2022 года только у жителей Чувашии мошенники украли почти 500 000 000 рублей. На сессии «Кибербезопасность в новых реалиях», которая проходит в эти минуты, участники много говорят об искусственном интеллекте в банковской сфере, а также о том, как ИИ может противостоять кибератакам. Вообще в деловой программе форума три пленарных заседания. Банкиры обсудят будущее ипотечного кредитования, цифровой рубль, займы для малого и среднего бизнеса. Среди спикеров – представители Банка России, федеральных министерств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы. Ждут здесь и Эльвиру Набиуллину, главу ЦБ. Всего юбилейный 20-й международный банковский форум собрал больше 400 участников. Впереди два дня дискуссий и поиска новых решений, о которых мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Михаил. Спасибо, Надежда. Продолжай держать нас в курсе событий международного банковского форума.